и размножается немножко побыстрее. Отлично, мы убили босса Жижу. В принципе, это было несложно. Единственная проблема в том... Всем привет, с вами Андрей. У нас Shatter Pixel Dungeon. Мы проходим, собственно, сит игрока. Он нам прямо предоставил, говорит, пройди. Мне было интересно, я уже его прошел. Вот мы сейчас его пробегаем. Вместе с вами, за мага. Не знаю, что у нас для этого получится. Вот. Как-то так. У нас вот такое вот снаряжение в данный момент. И мы, собственно, такие вот способности. Мы остановились на том, что подошли к боссу. Давайте попробуем отпинать босса. Посмотрим, что из этого получится. Вообще в целом. Так, я вижу место, где я хотел бы драться со жижей. Поэтому давайте мы его там и подберемся с ней. Как вы видите, жижа немножко удивлена моим присутствием, поэтому... И размножается немножко побыстрее. Отлично, мы убили босса жижу. В принципе, это было несложно. Единственная проблема в том, что... Мы сами этого и не ожидали. А вот. А, напомню, что у нас на броне висит хоста, то есть скорость. А, тем самым мы чуть-чуть быстрее бегаем, чем обычные мобы, особенно когда никого рядом с нами нету. Поэтому как-то так. Чтобы найти короля крыс, он должен, по идее, в теории присутствовать на текущем уровне, нам нужно будет использовать, скорее всего, палочки, либо свитки, либо артефакты, но, опять же, это будет совсем в другой серии. Я также думаю, стоит одеть сандалии природы, они оказались непроклятые, и кольцо, оно тоже оказалось непроклятое. Ну, собственно, все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.